выбрали самое Кирилл с ним. Да. Давайте же и начнем. Обычно. Ой. Ой. Так, все у нас все началось. Капец. Думаю, я пройду его сейчас. Только что про нее думал. Думал, что прямо она сейчас будет в этой двери. И чего? Заколебала. Ай, да я ж на тебя посмотрел. Ничего нету. Ничего не нашел. Ну, заодно ключик. Сейчас мне пластырь найти. Еще классно будет. Я могу и таблетки выпить, конечно. Игра, пожалуйста, ты же меня слышишь, дай мне лечение. Дай. О, спасибо большое. Что? Меня игра услышала. Игра, дай еще один пластырь. Мне нужно просто всю жизнь. О, спасибо! Я тебя обожаю. Ну, если пишу сжигу мне, а то у меня опять эта психолка убьет. Нет, сжигу. Нельзя. Может, дашь мне сжигу, просто сжигу. Ну ладно, спасибо хоть за лечение. Живи. Нет. Скоро будет погоня. К этому я почти немножко не готов.
еще одно лечение, я полную жизнь его восстановил. О! Спасибо большое. Уже 31-я дверь. О, жига. О, ключ. Я лучше все залутаю. Это денежки-то нужны. Ты. Да, блин, таблетки. Напугала меня. Нет, погоня. А чё он в бок бежит? Не ломай дверь. Да. Это что такое? Клавиатура дебильная. Там в туалете. Так, Раша не было. О, таблетки, спасибо. Все, продолжаем. А блин, опять эта комната. Ням-н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 ям
Я не знаю, умру я на 50-й двери? Нет. О, нашел. Какая 48-я дверь. Так, нет тебя нигде здесь. Ладно, ну что, ну с Богом. Два икс. Покружился там и ушел. Нужно найти 8 книг. Что буду таблетки носить? Второй этаж не ходит. Мне нужно, чтобы он на второй этаж ушел, так будет поспокойней. А то тут неспокойно, когда рядом с тобой ходит чуму какую-то. По башке себе постучи. Наконец-то ты на второй этаж пошел. Ты меня уже задрал. Нету книг. Здесь нет книги. Серьезно? Там не посмотрю. Не на втором этаже еще пала. Ах ты ж падла, на втором этаже. Страхово немного.
Ага. У нас уже одна лишняя цифра. И еще одна лишняя. У нас только одна нужная цифра. Молодец. Молодец, что пошел на первый. Так, что у нас здесь? Звездочка — это четвертая цифра. Там четвертая цифра у нас есть. То есть у нас нет еще кружка. Ну что ж, 5 и 6 только цифр есть. И все. Книга. Я книгу видел. Поганка ходящая. Раз, два, три, четыре, пять. Еще три нету. Еще три книги. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Заварю-ка кофейку. Так, 5, 7, 57. Так, сейчас я запишу. Так. 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5. И нет треугольника. Скоп полупароля уже составлено. Давайте я составлю еще раз. А, нет, не 6, а 5. Не 6, а 9. Точно, запутал. Еще одну книжечку достать. Thank you.
Так. 5, 7, 9, 5, 6. Я! Сейчас так напряженно было. Он сейчас, я сейчас парень вводил, он бы сейчас через шкаф пошел бы. Там, где шкаф стоял, он так бы пошел и меня бы сожрал. Капец. Я сейчас пересрался. Я сейчас пипец пересрался. Ты что здесь делаешь-то? Я сейчас так обосрался, вы не поймете. Он прям ночь прям идет. Идет, он бы сейчас через шкаф, где диванчик стоял, там шкаф, он бы вот так бы сейчас перешел бы. Так, ага, раш. Главное, сейчас на погоне не подохнуть. И это. 55, 9 дверь. Да, господи. Долбали. Нигде нету тебя. Нету тебя, нету тебя. Не, ну это даже хорошо, что ее нигде нету. Нет, ну ее нигде нет. Этот шедевр подписан как опус здания. Он на полу валяется опять. Нету больше. Ой, сейчас так же сделаю, испугаюсь. Он часто появляться начал. Семьдесят первый мир. Глаз нет? Глаз нет, значит это не помог. Она где-то на 80 двери появляется. Ага, летит. Я задыхаться быстро начал. О, редкая дверь. Редкая комната. Закалибовка. Иди.
покакался. Нету. Вон арбас. Показалось. О, ну все. Это же глаза ломают, свет. Вау! Пожалуйста! Я думал, что все, я умер. Жалко, что таблеток нет. Где? Вот. Знаешь, вот потом вот так начинается, я такой, ёпасоты. Идти там? Да нет. Фух. Задрали, правда, светлый. 98-я. Да иди ты. Ёпарасоте. Тебя нигде нету? Вот она ты. Проверяю всякую хрень свою. И 8. Что-то не то нажал. Опять.
Опять я затупил. Так, 3, 4. Да блин. Я не понимаю, что не так-то опять. Ну, все правильно. Что ты еще от меня хочешь? А! Продолжение следует. Дорс. Ну, короче, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кирилл. Мы прошли Дорс. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.